А теперь о происшествиях. 4-летний ребенок ушел из детского сада и гулял по дороге. Обнаружили его на проезжей части на улице Свердловская. От детского сада малыш самостоятельно прошел больше километра. Маленького мальчика подобрали проезжавшие мимо автомобилисты. Они передали его сотрудникам ДПС, которые дежурили неподалеку. Полицейские отвезли ребенка в отделение, где его забрал отец. Выяснилось, мальчик ушел из детского сада номер 16, который находится на улице Туристской. Родители узнали о его пропаже от воспитателей. Все подробности этой шокирующей истории мы расскажем сегодня в 19:30 в главном часе. Не пропустите.